В Саратове мотоциклист сбил сотрудника ДПС. Авария произошла сегодня около полудня на мосту Саратов-Энгельс. Момент столкновения зафиксировали камеры информагентства САРБК. Мотоциклист, съезжая с моста, буквально снес одного из двух сотрудников ГИБДД. Лихач вместе с мотоциклом отлетел на несколько метров, потом снова вскочил в седло и скрылся с места происшествия. Примечательно, что инцидент произошел во время профилактической операции «Мотоцикл», которую проводили стражи дорожного порядка. Не выполнены требования об остановке на Энгельсской стороне, где его сотрудники также тормозили. И на Саратовской стороне два инспектора вышли его останавливать. В результате водитель проигнорировал эти требования, не остановился и совершил наезд на одного из инспекторов дорожного движения, то есть инспектора ДПС. В результате чего инспектор получил перелом голени. В настоящее время он госпитализирован в лечебное учреждение города Саратова. Проводится следственные действия, в том числе и розыск данного мотоциклиста.